Ребята, всем привет! С вами Александр, мир юрского периода. Мы снова в гостях. И смотрите, что попалось. Кстати, я только что заходил в свой аккаунт, и там тоже была такая же шара. Наверное, она у всех одинаково получается. Смотрите, за 300 тысяч монет мы можем цератозавров накупить 10 штук наборов. Ну, вообще шикарно. Ну, что у нас тут попадается? Блин, ну, просто супер. Ну, правда, 1% шанс. Но смотрите... Неплохо. Ладно, шанс есть, и то хорошо. Давайте смотреть, что у нас здесь есть. Так, нужно открыть Динотерия. У меня точно такие же ребята, кстати, были. Вот я в свой аккаунт заходил, точно такие же. 179, может, 168 уровень у меня был. В общем-то, особо без разницы. Вот так вот выглядит Динотерий. Давайте, он здесь должен быть открыт, да. Вот так вот выглядит Динотерий, ребята. 20-й. У меня... Я его еще все никак себе не прокачаю. У меня его еще нет. И все-таки никак не сниму немножко познавательного материала. Ну, вот так вот выглядит. Большой и страшный. Читать про него не будем. Будем читать, когда я таки сделаю про него видео. Ну, а наша задача открыть его. Так, у нас опять аммониты. Мы можем сражаться кем угодно. Так, а где мои аммониты? Ага, ага. Давайте артаконы против аммонитов. Блин, один. Я хотел 3 штуки взять. Блин. Ладно. Давайте вот так и вот так. Не знаю, затащим, правда, или нет. Ну, попробуем. Надо было немножко не так сделать. Ну, фиг с ним. Один в защиту, подлец. Так, ну пора его пробивать. Иначе будет нам тяжко, совсем тяжко. Пробил раз. Два. Блин, ну капец, сколько баллов. Копил, копил, а он взял и в защиту не поставил. Так, у меня тут еще сосед сверлить надумал. Так, он проатаковал по нулям. Так, гигантский артакон против аммонита, ребята. Кто кого? Кстати, сила удара точно такая же. Прикольно, 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 прикольно. Битва панцирных. Как-то красиво картинки нарисовать надо. Ха! Вот так вот, чтоб знал, как не ставить в защиту. Жалко, что нельзя взять, да, вот, как бы, чтобы был уровень, в котором можно было накрутить уровень самостоятельно. Такая демо, демо-арена. Было бы вообще зачетно. Так, теперь у нас элласмозавры 306 уровня. Так, ну тут, тут. Кого возьмем, кого возьмем? Допустим, пусть будет битва длинношеих, что ли, устроить. Ну, один, допустим, такой. А, ну, блин, ну длинношеих у меня никого нет. Ну, есть вот так, вот такие вот есть. Можно было черепаху взять, правда. А, я взял черепаху. Я молодец. Давай, псевдодерма. А у нее слабый удар.
Она хоть и вкачанная, но у нее слабый удар. Надо поднакопиться. Три удара. Не пробило. 7500 жизни было. Но капец. И да, бьет не так уж. Я, смотрите, косарь удар. Неплохо. Это без бонуса. Так, мне даже не обратил внимания, сколько кто кого ударил. Так, мой компактный сейчас твоего лимузина раздавит. Так, следующий появился. Лохнесское чудовище. Так, я тоже давненько не видел лосмозавра максимально вкачанного. Так, ну и последний бой. Бакулит, ё, блин, а это же круто, бакулит, бакулит, битва панцирных. Так, для бакулита нужно тоже, так, кто у нас там, кого накопить баллов нужно взять, взять Генодуса, выкупить гигантского Артакона. Блин, ну. Хочется битву панцирных устроить, но что-то как-то не особо получается у нас. Хайнозавр. Так, что это я сюда взял? Не то, здесь плотозавр должен быть. Ну ладно, будем стараться. Классный бакулит, классно выглядит. Бакулит и Артакон. ...283 нас еще ждет, ребята, еще круче этого. Ха, я его пробил. А он, знаете, он как кальмар, только в ракушке. Смотрите, щупальца вот эти вот здоровенные. Прикольно. Так, теперь накапливаем оставшихся двух, нужно поразить гигантским Артаконом. Я жду, пока он проатакует. Давай, 6. Ты можешь. Молодец. Даки-даки-даки. Красавчик. Ну и все, то есть я его пробил. Даже 3 поставлю. Так. Битва гигантов. Бакулит. И гигантский. У кого ракушка круче? Ну, круче, конечно, выглядит бакулит. Но это его не спасет. Прикольно. Классно он падает так. У-у-у. Напоминает этого. Пипи. Корабля под... из пиратов Карибского моря. Блин, пирата. Так, и мы получили Динотерия.
А на этом, в общем-то, все, ребятки. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить видосик про Динотерия. Всем пока!